Потому что дальше уже будет 3 плюс 0. Здесь вы видели, я сильно проигрывал по времени, но просто быстро начал ходить и как-то сумел отыграться. Так, ну что, давай, дракон. Давай, работай. Дракон должен работать. Сегодня ни одного очка еще не принес. Ни одной половинки очка не принес. Это как называется? Это кто тебя этому учил? Да как ты смеешь вообще? Так, опять нам дают ферзя на опять закинуть в один темп. Сейчас Татьяна возьмет и повторит вариант с H5. Ну, пожалуйста. Правда, там же слоном можно взять. Там можно взять слоном. А вообще на А2 надо брать. На А2 надо пешку было брать давно уже. И не было бы вопросов никаких. Ведь на А2-то пешка под боем. Как можно было не взять пешку? Игорь, ты что делаешь? Чем ты думаешь? Сейчас Таня прыгнет конем на D5 и соскочит просто. Соскочит со всех этих вариантов. Скажет, не хочу я вообще этим заниматься. Нет, G5 сыграла Татьяна. G5. Так, по F3 бить смысла нет, да? Ну давайте, конь H5. Так, ну а здесь надо эту же пешку забрать. Потому что давно пора. Татьяна почему-то в каждой партии не делает ход король b1. И король-то эту пешку и должен защищать. Но вот здесь он не защитил. Поэтому смотрим, что будет дальше. Впервые, по-моему, сегодня я черными с лишней пешкой. Не Татьяна, а я. Так, ну и конь g3 нужно сыграть, наверное. Напали пока на ладью. В общем, я решил, что здесь пора уже ударить так. Я не знаю, друзья. Будет у меня качество за две пешки на этот раз. Не за одну, а за две. Нет, не будет.
Так, друзья, подождите. Так у меня ладья, что ли, лишняя сейчас? У меня лишняя ладья? Мои... Тьфу ты, ёлки. Моё зрение меня не обманывает? Татьяна, конечно же, должна была просто побить ладью. Ферзей меняю. Размен ферзей — это должна быть победа. Есть! 4-4. 4-4. Прошла жертва во второй раз. Первый нет, во второй да. Так, и 19:08, 5 минут перерыва перед трехминутками.